течение нескольких недель немало споров ведется вокруг строящихся планов по реставрации знаменитого туманного колокола в Херсонесе. Многие представители общественности встревожены попытками приспособить объект культурного наследия к использованию в современных условиях. Обеспокоенность не случайна, поскольку знаменитый херсонесский колокол давно стал одним из символов Севастополя. Херсонесский колокол имеет какую-то свою особую историю, и к нему особое отношение севастопольцев. И вот он же был и военным трофеем, он призывал к молитве, и он был дипломатическим подарком. И вообще он чудом уцелел, в отличие от других колоколов, которые потом были переплавлены, те, что оставались в Севастополе. А вместе с севастопольскими учеными Вадим Прокопенков провел большое научно-историческое исследование судьбы Херсонесского колокола. Благодаря этому удалось выдвинуть новые гипотезы, связанные с его историей. В частности, по данным исследователей, местом нахождения колокола в Севастополе до Крымской войны был отнюдь не Херсонес Таврический. И мы пришли к выводу, что он находился в церкви святителя Николая. У него есть другое название, это Адмиралтейский собор святителя Николая Чудотворца или Свято-Никольский. Адмиралтейский собор, который находился на улице Екатерининская. По мнению историка Вадима Прокопенкова, эскизный проект реставрации Херсонесского колокола нуждается в капитальной доработке. Я думаю, что это эскизный проект, конечно, это какая-то ошибка архитектора, потому что вот я приехал там в этот день, когда у нас был научно-методический совет, встал на площадку перед спуском основной городища. Конечно, колокол является доминантой. И символической, и архитектурной, и исторической. И делать его в таком формате, это такое, знаете, как вторжение получается. Потому что древние развалины Херсонеса, они требуют совершенно иного, очень деликатного подхода. Полностью беседу с кандидатом исторических наук Вадимом Прокопенковым смотрите в новом выпуске программы «Актуальное интервью».